Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая, и впервые за много лет уже в мае нам пришлось притенять теплицу, потому что сегодня у нас 26 градусов уже. В теплице я сейчас зашла, 33 градуса. Накинули вот эту вот сетку, про которую я говорила. Она как в садовом магазине покупала, как притеняющую сетку. Можно такую сетку купить в строительных магазинах. Когда леса, леса устанавливают, что-то там закрывают, чтобы было культурно все выглядело. Многие покупают в строительном магазине. Вот эта сетка очень удобная, потому что у нее разреженная структура, и свет и проникает, и в то же время не проникает. Когда нетканкой затягивают, то свет всплошную, притеняют. А тут она такая, что ее очень удобно в случае, если будет опять пасмурная погода, ее можно скинуть. Держится, сейчас покажу. На углах просто привязаны вот такие камни, грузики на четырех концах. Накрывается теплица, и грузики держат эту сетку. Все. Я потом буду, когда внутри, подробнее покажу вам эффект. Но эффект очень хороший. Вроде солнце яркое, но оно разреженное, разреженное такое. Очень понравилось мне в прошлом году, хочу нынче купить на остальные теплицы. Вот, пожалуйста, рекомендую. Где будете брать, не знаю, я покупала в садовом магазине, называется сетка притеняющая. До свидания.